Здравствуйте. Мы вам представляем гравировальный станок «Гравюр 5», который имеет очень высокую производительность и высокое качество гравировки портретов на камне. Конструкция гравировального станка «Гравюр 5» приспособлена таким образом, чтобы его можно было очень легко поставить сверху на камень. То есть изначально на подкладке вы кладете камень, сверху кладете станок. И поэтому сам станок по себе мобильный. Его не надо ставить в конкретное место и не трогать. То есть сначала ставите памятники и на него станок. И у станка появляется возможность обрабатывать всю поверхность памятника от края до края. То есть портрет, фамилия, имя, отчество, эпитафии, цветы. Сам гравировальный станок работает всего лишь от 12 вольт, в комплекте с ним блок питания, и не имеет прямого подключения к компьютеру. Сам станок работает от флешки и не связан с персональным компьютером. Сам гравировальный станок «Гравюр 5» после выполнения работы очень легко устанавливается вертикально в угол, чтобы он не отнимал место у вас в цеху, для того, чтобы вам было очень легко произвести перезагрузку стел, готовые на новые. Гравировальный станок «Гравюр 5» имеет очень небольшой вес, так как это всего лишь гравировальный станок ударного типа, который просто наносит удар. То есть у него никаких боковых нагрузок нет. И рама самооблегченная достаточно для того, чтобы станок выполнял качественную гравировку. Но и при этом данный станок, его очень легко, например, погрузить в багажник автомобиля и перемещаться на объекты для работы. И как уже ранее говорил, из-за того, что у него питание 12 вольт, его можно подключить к автомобильному аккумулятору. Если у вас большой цех и у вас несколько таких гравировальных станков, здесь опять же подчеркну, у него большое преимущество, то, что не отработает и работает от компьютера. Ему достаточно каждому из станков подвести по питанию, и каждый из станков рядом с друг другом может выполнять работу. Потом также он легко убирается. Сейчас еще пока очень большая рентабельность на портреты. Поэтому окупаемость у гравировальных станков сейчас на нынешний момент довольно высока.